Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна, и сегодня покажу вам долгожданный-долгожданный подарок от компании Faberlic, который я получила всего лишь за 1 рубль. И что же это такое? Я думаю, вы уже все догадались. Это барабанная дробь. Вот он! Это золотой пылесос! Представляете, я дожила до того возраста, в котором я уже просто-напросто радуюсь золотому пылесосу. Согласитесь, очень приятно. Любой консультант компании Faberlic, есть у вас структура, нет у вас структуры, этот пылесос мог получить в подарок. Для этого нужно было просто-напросто стабильно, без пропусков, делать заказы на 100 баллов в каталоге. Вот и все. Я очень много отзывов слышала про эту акцию, что для чего делать 100 баллов в каталоге, чтобы получить пылесос, проще его купить в магазине. Ну, в общем-то, да. Но если вы делаете регулярные заказы, я и так делаю 100 баллов, без всяких пылесосов. И поэтому мне очень-очень приятно получить в подарок было пылесос. Я его ждала, конечно же, потому что он золотой. Кстати, он не такой золотой, каким его изображали, ну, в рекламных роликах, там, на сайте. Он такой, скорее, я не знаю, наверное, бронзово-охристый оттенок здесь, да? Ну, в общем-то, нормальный пылесос. Но дома у меня пылесос, естественно, есть, и я думала, ну, придет пылесос, ну ладно, будет. Но вы знаете, я не ожидала, вообще я не ожидала того, какой этот пылесос будет классный. К слову, ну, я теперь жду свой мультиповар, который также за регулярные заказы я получу всего лишь за 1 рубль. И компания готовит для VIP-ов новую акцию. Что там будут дарить, я не знаю, но я полагаю, что есть стимул для того, чтобы делать 100 баллов. 100 баллов на самом деле это не так уж много, и я не делаю там заказы всем родственникам и соседям, делаю заказы я, мама, ну, иногда сестра, там, иногда, может, подружка что-то закажет. Ну, то есть это вообще нестабильно, и мы делаем 100 баллов. Пылесос. В общем-то, я очень рада этому пылесосу, давайте уже поподробнее о нем поговорим. Что хочется сказать? Пылесос очень-очень легкий. Вот я его держу одной рукой, да, то есть он легкий. Он компактный, здесь в наборе идет вот такая щетка, ну, я ее вам поближе отсняла, покажу. Посмотрите, как хорошо эта щетка гнется, здесь ролик тканевый на щетке есть, он съемный, так же, как и вот эти вот синие щетинки. Можно доставать, простировать, промывать, просушил и обратно вставил. Далее идут сменные насадки. Это вот такая вот щетка. Это насадка для труднодоступных мест и насадка для сбора воды. Три насадки, они пришли вот в такой вот отдельной картонной коробочке. В общем-то удобно, но здесь я, наверное, все это и буду хранить, а большую коробку саму, а вот пылесоса выброшу. Так, далее в комплекте идет зарядное устройство, это, хотел сказать, телефон. Пылесос беспроводной, поэтому он заряжается от розетки. В инструкции все подробно написано, если мигает там красная лампочка, значит зарядите, если синяя лампочка, то значит пылесос заряжен и так далее. Конечно же идет инструкция, инструкция пришла не мятая, это я ее уже помяла, на нескольких языках. Вот здесь нарисовано, как пылесос складывается. Также у этого пылесоса вы можете достать часть, вот эту часть, и использовать, например, просто с насадками, если вам не нужно пылесосить. Рост у меня 180, и мне комфортно, в принципе, с этим пылесосом пылесосить. Здесь есть две кнопки для включения, одна на ручке. Одна кнопка вот здесь, как вам удобно. И вот здесь еще кнопка есть на самой щетке для включения турборежима. То есть ролики вот эти могут вращаться отдельно. Сначала вы можете с щеткой пропылесосить, потом для полировки
пола включить вот эту тканевую насадку, то есть турборежим здесь включается. Но пылесос вообще очень удобный. Мне он реально нравится. Так, как его достать-то вам показать? Так. А, вот, все. Все достала. А, все, я сразу достала все. В общем, смотрите, вот такая часть, это сам непосредственно моторчик. Вот эта часть съемная, которую вы будете промывать непосредственно. Не обязательно после каждого, ну, так скажем, после каждой уборки промывать не обязательно. И вот так вот вставляете. Так, вставляете. Я еще не разбирала. И нажимаете. Все. Вот, к вот этой штучке можете приделать любую насадку, которую вам необходимо, и уже пылесосить. В общем-то, работает он не очень шумно. И я вам хочу сказать, что данный пылесос, этот пылесос не пугает моего кота. Вот. В общем, вот такой наш кефирчик, он не испугался, да, настороженно относится, но не боится. Обычного пылесоса он просто шугается, бежит и прячется в шкафу. Что еще могу сказать по поводу этого пылесоса? По сравнению с моим пылесосом, который есть у нас, он прекрасно всасывает грязь, пыль. Мы провели эксперимент. Я рассыпала на ковер манку специально. И пропылесосила. Эксперимент это тоже я включу в видео. То есть один раз проводишь щеткой и полностью вообще ни одной крупинки на ковре из натуральной шерсти не остается. Кошачья шерсть, волосы, все отлично этот пылесос собирает, прекрасно чистит. Уже пробовала и мебель, и пол в разные труднодоступные места. Мне вообще очень нравится, как вот эта вот турбощетка гнется, да, всячески как нужно. В общем, хороший пылесос, он мне реально понравился, и он не шумный. Вот так. А теперь, если я включу вот здесь еще турборежим, должна вот эта вот штучка еще закрутиться. Ну-ка. Так, не то нажимаю. Вот. Вот, вы видите, да? Хороший пылесос. Мне, по крайней мере, он понравился. Приходит он вот в такой коробке, достаточно большой. Фирму вот такую я вообще раньше не слышала, не знала. Ну да ладно, что вот здесь указаны все щетки, насадки, да, которые есть. Какая у нас тут характеристика? Время непрерывной работы до 30 минут, время зарядки до 4 часов. Вес, ну, меньше 3 килограммов, да, вы видите, и возможность сбора воды до 350 миллилитров. Так, что тут у нас? Мощность 120 ватт, технология циклон, беспроводной. Вот, можете поставить на паузу и посмотреть. То есть это не какой-то самый дешевый, самый какой-то никакущий пылесос, который нам подарила компания, лишь бы подарить что-то, да, глаза замазать. Нет, это реально хорошая вещь, нужная в хозяйстве. Но если вам не надо, можно подарить. Мне кажется, такой подарок на любой праздник, это вообще будет хорошо. Я надеюсь, что вы тоже участвовали в этой акции. Получили ли вы свой пылесос уже? Если да, то ставьте пальчик вверх и обязательно напишите об этом в комментариях. Идете ли вы на получение мультиповара? Ну, то есть акция уже окончена, да, но получите вы его или нет, участвовали вы в этой акции или не участвовали, и будете ли дальше в следующих VIP-акциях, поощрениях участвовать, напишите. Кстати, это очень даже интересно, потому что такой резонанс этот пылесос вызвал даже в официальной группе ВКонтакте Фаберлик, не знаю. И как вы считаете, вот такие вот подарки, поощрения, это глупость? Чтобы консультанты просто делали побольше заказы и побольше заказов. Или это действительно, ну, такой стимулирующий подарок, приятный подарок. В общем, жду вашей ответной связи. И если данное видео вам понравилось и было полезным,
Поддержите его лайками и комментариями. Подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас много-много интересного. Пока-пока!